Друзья, салатик готов. Я уже его попробовала. Он остренький, можно поменьше чеснок тереть туда. Кто не любит острые, чуть-чуть для аромата можно одну болотку. И орешки, все вот эти семена подсолнечника, кунжута. Если кто не любит там, допустим, твердые, они все равно ведь целыми такими кусочками. Можно в чоппере, в блендере их перемолоть. Вот я оформила салатик белком яичным и орешками. Вот так можно поставить его на стол. Будет выглядеть нарядно, аппетитно. Это блюдо подходит для тех, кто придерживается здорового питания. Тут нет никакой вредной пищи, ни майонеза, ничего. Подойдет для вегетарианской, мне кажется, кухни, если его заправить не сметаной, а, допустим, каким-то растительным маслом, этим же оливковым или льняным. И не класть яйца. Можно и без них обойтись. Если кто вегетарианцы, они яйца тоже не едят. А украсить тут можно, у кого как фантазия подскажет, так и украсите. Можно просто орешками и так, и сяк. Вариантов много. Дерзайте, друзья, творите. Люблю простые блюда, и где можно импровизировать, что-то там менять, заменять. Вот такие блюда мне нравятся. Это блюдо очень простое, всем доступное, и возни с ним не так много. Приятного аппетита!